Здесь темно, как в заднице. Противник обнаружен! Пошлите медиков под отбор, быстро! Слышал. У меня нет времени на твой бред, пошли! Он внутри! Это плохо. Очень плохо. Нужно было взять больше людей. Хватит ныть! Что, никогда раньше подобных не ловил? Свежее мясо! Отрядом прочесать район и убедиться в этом. Не платят ни за то, чтобы я тут.
А теперь кажется. Тебе оружие их золотым папой махать. Противник в зоне видимости! Папочка пришел. Победил! Что? Рожди!
позади! Горло! Чисто! Да черт побери, я себе задницу отморозил. Вас понял. С севера приближается холодный фронт. Здорово. Может, нам повезет, и оружие их согнется от переохлаждения. Командир, на связи точка Дельта. Мне кажется, я что-то видел. 5 минут назад ты об этом же докладывал? Нет, может быть, я не знаю, но это прямо передо мной. Может, стоит пойти и проверить, что там? Нет уж, я лучше постою здесь. Так безопаснее. Thank you.
большая ошибка, друг. Рядом выдвигаться в зону удара для поиска оружия X. Ну что там? Точка Браво. Доложите обстановку.
До встречи в аду, приятель. Покажи все, что ты можешь. Давай! Thank you.
разорву тебя. Кто следующий? Мы оба знаем, что отсюда тебе живым не выбраться, Логан. Страйкер проследит за этим. Обеспечить визуальный контакт! Так тебе, наверное, было больно, когда в тебя закачивали атомы. Вот закончу с тобой, вернусь на базу, посмотрю записи, пару. Зря только время потратил. Старый друг. Thank you.
Хорошие люди рядом с тобой долго не живут. Лучше держись плохих, мы тебе ближе. Африка доказала обратное. Джунгли, ты так и не смог забыть то, что там произошло. Такое трудно выкинуть из головы. А ты и правда считаешь себя хорошим парнем? Сделай мне одолжение. Передай сообщение своему боссу. Норт, что у тебя? Я пришлю тебе его частями. Ты меня кинул? Ты хотел меня убить. Где Виктор? Возвращайся на базу, я все тебе объясню. Вместе мы уничтожим Виктора. Ну нет. Я сам с ним разберусь. Логан, лучше не лезь в это. Тебе не понравится то, что ты найдешь. Разберусь с Виктором, а потом приду за тобой. Хотел зверя, полковник? Так получи. Чтобы найти Виктора, мне нужна помощь старого друга-невидимки. Джона Рейта. Рейт! Рейт! Джон, если ты здесь, ты оставил дверь открытой. У вас одно новое сообщение. Джон, это Рейвен. Не может быть. Проклятие, Джон, где тебя носит? Я знаю, как выйти на Крида. Как интересно, ты же мертва.